В ходе рабочей поездки главы Ленинского района по Булатниковскому сельскому поселению упор был сделан на объекты социальной инфраструктуры. Это территория плотной застройки, и один из главных вопросов здесь – появление новых образовательных и медицинских учреждений. Первым адресом, куда отправился Валерий Николаевич, стала школа в деревне Боброво. По заверению застройщика, ее двери распахнутся уже в этом году. Мы хотим в августе закончить, чтобы в сентябре ее открыть торжественно. И уже дети с 1 сентября могли стены... У нас вот это самая большая будет, да, школа? Да. Всего Валерий Венцель лично проконтролировал ход работ на 5 объектах. Глава также посетил строящуюся школу и поликлинику в деревне Дрожжино и 2 детских сада. Срок сдачи этих объектов запланирован на 2019-2020 годы. Поездка была очень насыщенной. Под пристальный взор руководства попало буквально все. Новая эстакада, состояние придомовых территорий, ситуация с вывозом мусора. Следующим пунктом в программе визита стала встреча с жителями микрорайона Восточное Бутово. Личные встречи с жителями уже давно в приоритете у руководства нашего муниципалитета. Валерий Венцель всячески поддерживает формат живого общения между властью и гражданами. Ведь здесь каждый обязательно получит ответ на свой вопрос. В начале диалога глава муниципалитета поделился впечатлениями от рабочей поездки и рассказал о главной задаче. Понимая, что количество жителей прирастает на территории муниципалитета и целого поселения Булатниковское, задачу переставим, чтобы объекты социального значения вводились в эксплуатацию вместе с вводимым жильем. Общение продолжалось более 2 часов. Темами стали готовность школ и детских садов, строительство новых коммуникаций, качество услуг ЖКХ, дорожные выезды и развязки. Много вопросов было задано по работе местных перевозчиков. Нерегулируемый тариф, постоянное завышение стоимости проезда коммерческим перевозчикам и предоставление услуг угодникам. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. С инициативой по переводу на регулированные тарифы мы будем до конца февраля, до 1 марта, на срок стоит рабочую группу, которую мы создали, подготовить все предложения. Вот этот вопрос, он также будет включен в протокол, с теми рабочей группы, транслирован на уровень области. Если положение будет рассмотрено после следующего года, соответственно, тариф будет регулирован. Такие встречи будут проведены и в других уголках нашего муниципалитета. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.